Всем привет! Меня зовут Артём. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки под видео. Сегодня мы таки доехали домой, вернее не сегодня, а вчера. Я уже дома, в Киеве. Дорогу не снял, потому что, как всегда, телефон не зарядился. И я решил, что лучше, пускай у меня будет немножко хоть телефон заряжен, но я буду на связи, все-таки дорога. Вот поэтому ехал в Киев я вчера. Я немножко с дороги устал и лег отдыхать. Вот и сегодня решил поснимать немножко. Сейчас скачал игрушку Carnival Cruise Lines Tycoon. Давно хотел качать, у меня когда-то была эта игрушка. Это, короче, вы капитан корабля, круизного лайнера, и себе там набираете пассажира, зарабатываете новые корабли. Вот ссылку оставлю в описании под видео. Вот еще смотрел экшн-камеру, хочу себе купить как-нибудь. Сейчас денег насобираю. Я не знаю, сначала надо, наверное, купить телефон, потому что мой телефон уже немножко подустал. Думаю, насобирать, может быть, iPhone 5 куплю, 5S. Не знаю, если получится денег насобирать. Либо iPhone сначала, либо экшн камеру. Ну, скорее всего, что получится сначала экшн камера, вот, а потом телефон. Ну, потому что снимать все-таки. Ну, давно хочу на экшн камеру. У меня еще квадрокоптер есть. Можете посмотреть в моих видеозаписях, как я летал. Вот, хочу на него посадить иногда экшн поснимать. Да, кстати, заодно хочу Wi-Fi камеру, чтобы можно было через телефон смотреть, где летаешь. Смотрел сейчас на OLX, лазил. Ну, такие цены от 600 гривен можно посмотреть камеры. Ну, там, может, за 600 гривен, возможно, без Wi-Fi. Ну, будем смотреть, в общем. А пока что буду лежать. Сейчас установлю игрушку, поиграюсь немножко. Открывается игра. Вот так вот выглядит установка. Ну, в принципе, ничего интересного. Качал ее через торрент. Вот мне вчера подогнали номер с Киевстара. Вот, номер я не скажу. Вот, но пакет здесь интересный. Пакет для семьи сотрудника Киевстара. У меня сестры муж работает в Киевстаре. Вот он мне подогнал номер с пакетом таким интересным. Без абонплаты. Безлимит на Киевстар, вообще безлимит, без ограничений. 10 гигабайт интернета в месяц бесплатно. Дальше, ну, на остальные номера Украины там что-то 46 копеек минута. Ну, я им пользоваться на другие номера не буду. Мне телефон чисто, ну, пакет чисто для интернета, чисто для того, чтобы звонить родителям. Они у меня на Киевстаре тоже сидят. Вот, так как будет бесплатно. Вот. Будет чисто интернет и чисто звонки родне. Вот. В принципе, полезная штука, полезный пакет. Не надо будет пополнять, будет себе жить телефон своей жизнью, принимать только звонки, наверное, он даже принимать не будет. Он будет чисто звонить и залазить в интернет. Вот. И вот в таком телефон я его поставил. Вот у меня старый телефон Samsung D600 и слайдер. Вот так он работает. Ну, работает, был. Он у меня когда-то уже был, этот телефон. Но это было в классе, наверное, шестом. Он у меня был. Потом у меня что-то на нем перестал работать. Мой пакет Киевстара тоже у меня был. Когда-то давно пакет Киевстара. Сейчас и на лайфе. Он у меня перестал ловить связь. И его отдали дедушке. Дедушке он проработал много лет. Вот сейчас дедушке подарили новый телефон. Этот когда-то давно отдали мне. Обратно, ну как мне, он лежал в ящике, я его думал, может продать его на радиорынок, когда там деньги надо будет, вот, давно было. Вот, а пока что он у меня, сейчас я пока что буду ходить с ним. Проезжал на Лимане, купил бычков, кормушка наша. Сейчас сижу, чищу. Ерунду занимаюсь. Они вкусные. На привозе заходили на привозе связка с 10 штук стоит от 50 гривен. Меня жаба задавила купить.
проезжал, когда ехал домой на хаджибейском лимане, от 25 гривен, там вот 25, 35, 50, 70, в зависимости от размера бычков. Я взял 4 связки по 25 гривен, такие размеры, чтобы погрызть самое, ну, особенно под пиво. Они мягкие, свежие, чистятся очень легко. Оп, и все, почищено. Поэтому сижу, кушаю. Мини-обзорчик на самокрутные сигареты. Есть у нас такая вот штучка, которую мы запихиваем табак. Вот сюда набивается табачок. Этой штукой она прессуется и забивается. Сейчас я сделаю табак. Курение бывает. Распушиваем табак. Вот так оно выглядит. Далее немножко вот туда присовываем. Дальше берем гильзы сигаретные. Тут их дофига штук. Только здесь 200 штук их тут. Дальше закрываем. Прижимаем. Присовываем там немножко. Немножко отжимаем, чтобы засунуть вот в этот вот, вот сюда. Блин, не видно. Сейчас. Вот сюда. Засунем потом. Так вот поставлю, чтобы не было. Оп. Вставляем, прокручиваем. И. Оп. Это полное. Открываем. И вот у нас немножко подстучать, чтобы она вот здесь вот пустота образовывается. И немножко постукиваем. Не знаю, на что похоже. Теперь ищем спички. На вид обычная сигарета, правда? Так, сейчас я берем с ароматом фиго знает, но вкусно. Новый питомец. Ну, кись. Пришел с улицы, зашел к нам во двор. Зашла, вернее, эта девочка. Назвали Маней. Приблизительно 2,5-3 месяца возраста. Красивые голубые глаза. Вот, так что у нас теперь два кота. Мальчик и девочка.